Приветствую, друзья, с вами снова Кирилл Куницкий, и в этом бизнес-инсайте я хочу поговорить с вами о лидерстве. И, кстати, только что я брал интервью замечательного лидера, человека, который управляет большой сетью ресторанов у Макса Храмова, это основатель, сооснователь таких заведений, как Черентано, как Желток, как Банка, как Пастотека, прямо сзади меня вы видите один из ресторанов. И говоря о лидерстве, я хочу сделать акцент на таком важном компоненте, как служащее лидерство. Дело в том, что очень многие руководители, я это называю так, заигрываются в царей. То есть, знаете, когда руководитель считает, что я главный, я начальник, люди — это мои подчиненные, и они обязаны делать все то, что я сказал, ведь я же плачу им деньги. И вот в этом большая проблема, потому что, ну, скажем так, в ситуации, когда вы наняли на работу людей, которые являются слабыми сотрудниками, которым сложно найти работу на рынке труда, действительно, да, они могут по факту позволять с собой так обращаться, поскольку из-за того, что они очень дорожат работой, потому что им сложно найти другое место работы. Но ваша же задача, когда вы строите команду, работать с действительно сильными профессиональными сотрудниками. А когда вы работаете с профессионалами, то они от вас зависят минимально. Они легко найдут себе любое другое место работы, если завтра с вами у них не сложится. И ваша задача сделать так, чтобы они, во-первых, были лояльны к вам, сделать так, чтобы они круто относились к компании, чтобы они хотели работать в компании, но при этом, чтобы они стремились одновременно с этим достигать крутых результатов, чтобы они были вовлечены, видели четко цель и двигались к этой цели, исходя из своей внутренней мотивации, не из-под палки, когда вы заставляете их работать, а просто потому, что они действительно этого хотят. И вот здесь очень важной такой парадигмой, очень важным подходом или философией управления является модель служащего лидерства, когда управленец, руководитель должен себя позиционировать не как начальник, да, а как в первую очередь своего рода равный, да, который просто имеет несколько другую роль в компании, своего рода, знаете, дирижер. Вот представьте себе оркестр и дирижер, да, то есть сказать, что дирижер главный, нет, он играет свою роль, он как бы один из участников оркестра, да, но у него другая роль, он управляет, он координирует действия оркестра, но он не главный, он не начальник, оркестр не работает на дирижера, он просто один из участников всего процесса. Вот такая же роль должна быть у лидера, то есть не оркестр для дирижера, а дирижер для оркестра. То есть понимать, что лидер — это сервисная функция, это фактически функция, задача которой — управлять фокусом команды, координировать работу команды, мотивировать сотрудников, указывать им направление общей цели и следить за тем, чтобы в каждый момент времени команда двигалась вперед, продвигаясь на новую-новую ступеньку в своем развитии. Это есть модель служащего лидерства, и она кроется в первую очередь в голове у самого руководителя, и дальше он и транслирует уже на команду. Очень важный принцип. Я очень рекомендую эту модель взрастить вам среди всех своих сотрудников в вашей команде, и в качестве дополнительной подсказки, дополнительной помощи, которую мы хотим дать вам как бизнес-конструктор, для того, чтобы вы могли лучше развивать лидерство в своих руководителях, мы предлагаем вам документ, который называется «Принципы эффективного руководителя». Это набор принципов, которые в свое время разработал я для того, чтобы, опять-таки, обучать в первую очередь своих руководителей. Но сейчас мы делимся этими принципами с вами. Это набор ключевых правил, да, ключевая такая конституция руководителя, которой должен следовать каждый руководитель для того, чтобы быть эффективным и строить действительно крутую, вовлеченную, заряженную команду. Вы можете скачать эти принципы по ссылке, которая находится прямо под этим видео. Это абсолютно бесплатно. И поверьте мне, этот документ станет вам действительно очень важной помощью в развитии вашей команды. Итак, служащее лидерство. Не давлейте над командой, перестаньте играть в начальников подчиненных. Начните развивать осознанность и искреннее желание достичь результата в своих сотрудниках. И тогда все получится. С вами был Кирилл Куницкий. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь прямо сейчас. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы получать уведомления. И мы увидимся в будущих бизнес-инсайтах. Пока!